Приветики всем. Добрый вечер. Я теперь по вечерам только записываю. Днем мне некогда, утром мне тоже тем более некогда. Ой, бегу домой. Короче, Витек там разбил телефон свой. Ну как разбил? Он вот недавно, может, неделю назад, поставил себе защитное стекло. Якобы это стекло у него лопнуло. Я что-то замерзла, прям меня мандраж берет, так зуб на зуб не попадает. Короче, походу он это стекло как-то разбил. Видимо, телефон упал, скорее всего, в ванной. На пол из кафеля и певец. Я сзади вся обрызганная, как ребенок. Сейчас поверну на Баймагамбетова, там будет жопа. Сегодня был такой чудесный день, если бы вы только представили. Чем ближе к лету, тем все лучше и лучше. И лучше, и лучше. Так что все нормально. О, руки замерзли уже. Я же сказала, тут все в воде. Я сейчас быстренько дойду. Сейчас вместе как раз посмотрим, что там с телефоном. Потом у меня будет распаковка. Сегодня опять купила продукты. Вот никак без этого. Что-то да надо. И то я сладкое еще не покупала. Надо еще сладким забить шкафчик. Кроме сахара, варенья и сгущенки. Ничего нету, булочки ж не считаются сладкому, это же как мучное. О, сегодня много буду снимать, надеюсь. А я знаете, почему такая запыханная иду? Потому что я тащу тяжеленную сумку свою. Полную продуктов. Спасибо за теплые комментарии. В 6 утра проснулась. Смотрю. Висят. Ой, Ларис, только я не поняла, вы мне там что-то про пельмени писали. А пельмени. Я так и не поняла. Про какие пельмени. Бегут. Так. О, так вот. К нам заходишь через гараж. Сначала идет гараж. Иду. Мама пришла, молока принесла. Что так долго? Что так долго? Следы заметал, что ли? Бегу. Че без носков? Бегу. Сам болеешь. Ой, закрой за мамой, а. Чё, показывай. Чё? Где разбито? Так там без защиты, там по-настоящему. Как так случилось, сынок? Почему ты не бережешь вещи, а? Меня вот это... Шука! Ты чё, пошутил? Не, ну вот реально защитное стекло. Упала в туалете? Нет. А где? Я не знаю, я сам офигел. Нет, не отдирай его, пусть пока так будет. Я смотрю, вот эта фигня, я думаю, что за фигня. Попробую открывать, а у меня вот эта трещина. Пусть так будет, не лезь, ладно? Его не колупай. Я сейчас знаю, ты будешь колупать. Ой. Короче, мать устала сегодня.
Ой, вот эти-то ароматизаторы делаете, домой заходишь. Еще мозоль умудрилась в сапогах натереть. Я артистка. Все, сейчас распаковка будет.